Всем привет, Castle. Здесь мы с вами продолжаем проходить Castle of Illusion. Сейчас мы с вами находимся в библиотеке. Так, книжные черви, все дела. Короче говоря, я, наверное, буду пользоваться метательными предметами исключительно другой клавишей Ctrl, которая находится справа от меня, не слева. Потому что слева этот больно долго к нему идти. А я вообще куда иду? Я, по-моему, вообще куда-то не туда иду. Мерил понесло вообще куда-то не туда. Серьезно, меня реально что-то не туда понесло. Максимум, дай козел потише, тут что-то больно громко. Так, давай. Так, отлично, ладно. О, нифига. Здесь лампу можно разбить, оказывается. Ну ладно, окей, хорошо. Так, банка. Все что ли? Да ладно. Ну ладно, окей. Так, отлично. Хорошо. Ой, блин, тихо. В смысле, я, как бы сказать, коснулся буквы А, но ничего со мной не произошло, нормально. Что-то в этой тени казалось ужасно знакомым. Опа. Микки был в королевстве опасных деликатесов и вкусных ужасов. Вокруг Микки было море ледяного молочного коктейля, но оно не подходило для ныряния. Само собой. Так, тут появляется какой-то хвост. Окей, ладно, допустим. О! Я, кстати, очень давно хочу вот эти вот самые лакомства попробовать. Похоже, вроде как на зефирки, но это не зефирки. Я забыл, как они называются, но они говорят очень вкусные. Но прикол в том, что я их никогда в жизни не пробовал. Слово совсем. Да, блин! Я не понимаю, почему Микки соскальзывает на простых таких платформах. Вот Рил, я нажимаю на пробел, а он почему-то не прыгает, как будто бы. И вкусных ужасов. Вокруг Микки было море ледяного молочного коктейля, но оно не подходило для ныряния. Просто потому, что оно было довольно глубоко. Вот Микки. Только спокойно. Это самое главное, не запороть, как было в предыдущей серии, когда пришлось серию удлинять за счет того, что я на некоторых уровнях просто-напросто был очень долго. Ой, мать. Так, короче говоря, так, я могу походить через зелёный, да? Понял я. Ладно, окей, подожди. Так, хорошо. Чтобы еще понимать, как на зеленую обратно прийти, подожди. Не, подожди, я же могу на красном вот сейчас приземлиться. Смотри. Вот так. Ага. Отлично. Хорошо. То есть получается здесь что ли разные пути прохождения есть на этом уровне? Нифига. Прикольно на самом деле. Так, подожди, ну-ка здесь что? Да ну рил? Нет, не рил, ну-ка. А, ну ладно. Я думал, типа, здесь я могу дальше пройти уровень, но нет, оказывается. Не везде так могу. Очень рискованно я действую, блин, когда я охочусь за подобными кристаллами. Я очень рискую, ребят, очень рискую. Поэтому не ладно, не будем. Не будем просто рисковать лишний раз. Так. А, понял. Отлично. Так, ладненько. Ну, я профукал, короче говоря, этот. А, нет, не профукал. Так, хорошо. Так, ладненько.
Так, интересно, здесь можно ходить? В смысле? Ладно, окей. Опять ждать, да? А-а-а! То есть, ладно, не везде можно ходить по этому молочному коктейлю. Не везде. Окей, давай. Ага. Ой, да ладно. Я-то откуда знал, что там тоже будут эти появляться? Благо, у меня есть еще дополнительная жизнь. То бишь, продолжение, так скажем. Давай, ладно. Сюда. Так, ага. Отлично. Так, тихо, спокойно. Это бы сейчас было опасно. Это страхово очень, это вот, честное слово. Так, ладно. Отлично. Так, тихо. Афинчики. Не афалинчики, но тем не менее. Ладно, возьми еще этот. Хорошо. Все, пойдем. Так. Единственный безопасный путь через него – прыжки от печенья к печенью. Спасибо, капитан очевидность в виде писателя. Ну, не писателя, а нет, рассказчика. Типа, как будто бы я сам до этого не мог догадаться. Вот это очень-очень сложно. И в некоторых моментах лучше не рисковать ради этих самых алмазов. А ведь он, этот алмаз-то, вон он где. Так близко и так далеко. Четвертый камень был готов к сбору. Ага, хрен тебе, как говорится. То есть я? Стой! Ну, в данном случае это ты. Ну, теневой, ну понимаю. Ну, поняли. Проскользнул за нашим героем, схватил камень и сотворил кулинарный побег. Ну да. Но на самом деле, мне кажется, здесь это... Все равно бы я... Все равно бы рано или поздно мне пришлось бы идти на вот эту вот бутылочку с молоком. То есть, какими бы путями... То есть, какими путями я бы не шел в первом акте, все равно бы пришлось вот так ходить. Чего? Это сейчас что было? Замер нормально, так Микки замер, взял и в воздухе. Так, ладно, окей. Так, понял. Как ты? Подожди! Молча. Эй, да стойте на месте, чтоб тебе... Не может. Так, ладно. Здесь хотя бы можно не опасаться того, что ты упадешь. Можно. Да блин. Сейчас, давай. Я говорю, здесь можно не опасаться того, что ты упадешь куда-то не туда. Имеется в виду, как вот с молочным коктейлем. Ой. Ладно, окей. Хорошо. А, только не снова. Да ладно. Так, спокойно. Так. Хорошо. Отлично. Кушать, дайте так его сахар, сахарные человечки, ладно, кидай. Хотел сказать кружки сахара. На. А, ну ладно. Обычно Микки любил чай, но теперь он мог переключиться на апельсиновый сок. Подожди, на апельсиновый сок, там была жизнь, я видел. Мне до нее добраться. Ну и по крайней мере продолжи. Ладно, окей, наплюем на продолжение.
В других местах Микки давай найдем. Микки инстинктивно чувствовал, что его заманивают в ловушку. Типа, если бы вместо чая был бы апельсиновый сок, ему бы стало от этого легче, да, что ли? Мне кажется, нет. Испытание бы не стало легче, если бы вместо... Да блин, я перепутал клавиши просто. Я имею в виду, что вместо чая был бы апельсиновый сок, ему бы от этого легче не стало. Ни разу. И чё, и как я тут должен прыгнуть, мне интересно узнать. А, ну ладно. Ну извините меня, если червяк там стоял, а чё, виноват, что ли? Чего? Ой, жизнь внезапно. Ладно, окей, допустим. Ладно. Ах, вот ты где! В смысле ты где? А, он там. Ладно, окей, давай. Вижу. Я видел. Ладно, окей, давай. Фак! Как-то очень беспорядочно эти книги, блин, передвигаются. Вот, вот тебе нормально. Так, ладно. Хорошо. Твою мать, не успел. Хорошо. Так, яблоко. Эй, да стойте на месте! Опять придется сейчас от яблока убегать. Наверное. А может быть нет. Ой. Опять я в чаю. Ладно, поехали. Да, спокойно. Плыви, быстрее. Ну ладно. Да и не надо этого было. Наконец-то зеленый радужный камень был у него. Отлично. Но при этом все равно не придется идти в молоко. Микки терпел множество насмешек от своей докучливой тени, поэтому не смог отказаться от своей насмешки. Да, но при этом мы еще уровень как бы не закончим. У нас же ведь еще остался один камень в молочном мире. Микки приготовился к новому, покрытому сахаром шоку от этого мира. Я уже догадываюсь, какому. А, это дракон. Ему не пришлось долго ждать. Я думал, осьминог. Дракон возник из карамельный причем дракон. Мороженого. Это был четвертый. Куда? Повелитель иллюзий. Фак. Я понял. Откуда я знал? Так, а как я должен был догадаться, извините меня? Давай еще раз. У меня осталось всего для дополнительной жизни. Покрытому сахаром шоку от этого мира. Ему не пришлось долго ждать. Гигантский дракон возник из растаявшего мороженого. А, лакрич. Это был четвертый повелитель иллюзий. Так это надо запоминать, чтобы понимать-то, куда он будет летать-то. Надо просто запоминать. Это особо так мне не кажется. Ну да ладно. Куда-то я бы в ему скакал сейчас. Ну давай. Надо просто смотреть на направление его хвоста и все. Чтобы понимать, куда он будет кидать. А еще главное, нужно запоминать, куда он будет направлять свою голову. Но он чаще всего направляет только в центр сам. То есть он влево-вправо, он бросаться не будет. Но бегите, если я сейчас потеряю все жизни, мне придется начинать вообще весь уровень сначала. Четвертый повелитель иллюзий. Ладно, окей, я вовремя. А, нет, смотри, где я стою, там он и будет бросаться, окей, я понял.
Все, ладно. Ну, пипец. Да ё-моё. Ну уж извините меня. И все, у меня осталась всего одна жизнь. Просру её сейчас и все. Да? Все сначала. А, ну с битвы с боссом, тогда ладно. Это простите. Тут особо и нет сохранения здесь, поэтому ладно. Ему не пришлось долго ждать. Гигантский дракон возник из растаявшего мороженого. Почему они пропускают слово «лаквич»? Не совсем понятно. Потом он влево кидает, потом вправо кидает, а дальше не знаю куда. Центр? Нет? Да. Центр, да. Давай. Каждый раз проигрывая, я запоминаю все больше о том, куда он будет кидать и так далее. Надо просто это запоминать, и все. Вот сейчас он пойдет в центр. Отлично. Вот и все. Поехали. Фак. Это еще нужно здесь двигаться быстро, быстро, очень. Так, ну все, последняя атака. Давай. Так, центр. Да. Ага. Все, окей. Дальше что? Понял. Ну и все. Отлично. Все, еще один босс готов. Голубой радужный камень оставалось найти два. И после этого Микки мог перейти к поискам драгоценной Мини. Возлюбленной Мини. Микки сумел достать четвертый и пятый радужный камень. Но не вышло ли у него время? Сможет ли он добраться до Мини, пока не стало слишком поздно? Более чем сможет, и возможно сегодня мы как раз придем к финалу. Который на самом деле он не очень-то и легкий, потому что я вот сам проходил этот финал. И могу более чем сказать, что он сложный. Так, да, сюда. Так, что у нас здесь? Просто замок. Ладно, окей. Его сердце рвалось из груди, и Микки мчался в замок, где его встретили очередные иллюзии Микки. Зачарованные доспехи. Бросаться свечками, серьезно? А здесь что? Все лицари как-то стоят. Только подумай, эти удобства, они такие уже удобные. Извините меня. Его сердце рвалось из груди, и Микки мчался в замок, где его встретили очередные иллюзии Митрови. Зачарованные доспехи. Минимум вовсе не статуи. Почему? Частично они статуи. Ладно, пошли вниз. А чё бы нет? Тут всё равно тупик. Блин, а во всех рыцарей бросаться нельзя, тихо, спокойно. Не, ну против рыцарей использовать свечки, вы серьезно? Ну ладно. Пофиг, пусть будет свечки. А пусть будет свечки, а чё? Ну-ка, а у меня нет свечек, все понял. Свечек у меня больше нет. Здесь придется полагаться на свои мышиные силы. Микки отправился глубже в подземелье замка. Он знал, что должен достать последние два камня как можно быстрее. Извините меня, если туда нельзя приземлиться, как я должен был догадаться, что туда нельзя приземлиться? Это было
было наоборот, можно было приземлиться, а сейчас нет. Хорош! Ой! Его сердце рвалось из груди, и Микки мчался в замок, где его встретили очередные иллюзии Мизрави. Зачарованные доспехи. Блин. Нет, ну ты только подумай, эти удобства не такие уж удобные. Ладно, окей. Нет, не убил, ладно, окей. Так, а вот здесь сейчас надо быть аккуратнее. Микки отправился глубже в подземелье замка. Он знал, что должен достать последние два камня как можно быстрее. Так. Отлично. Так, хорошо. Блин! Запутался в этих лестницах. Ну конечно, блин, очень вовремя, блин, вылезла вот эта вот, блин, шняга. Давай еще раз. Да блин. Отлично. Вот это салана. Я что, по второму кругу пошел? Вроде. Выглядит так, что как будто я по второму кругу пошел. Блин, у меня нет свечек. Блин. Так, секунду. Так, отлично, все, продолжаем. С этого же места, где я остановился. Просто нужно было кое-куда отойти. И тут еще освещение добавить. Да. Отлично. Симоняри. Блин. Ладно, окей. Да блин. Ой, блин, тихо, спокойно. Не падаем, 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 не падаем. Отлично. Так, все, у меня кот заколебает сейчас, поэтому секунду. Давай дальше. Опа. Отлично. Хорош. Тут тайминг сейчас был. Так. Ёб твою мать! А вот здесь нужно было действовать очень быстро. Ну, естественно, нужно опять начать с того места, где в прошлый раз респаунился один рыцарь.
Естественно, нужно начать именно с этого места. Чтоб мне опять пришлось пропрыгать за этой жизнью, за всеми этими, блин. Ж так весело, блин, прыгать в одно и то же место снова и снова. Еще я забываю, где здесь рыцари живые, а где нет. Живой рыцарь, например. А это нет. Отлично. Фак! Забыла одну свечку взять, ну ладно, ничего страшного. Все? Не, не все, ни хрена. Ну сейчас, видимо, то ли погоня будет, то ли что. Да нет. Погони не будет. Погоня не приняла ислам. Так, ладно. Там должна была быть еще одна платформа. Видимо, там был один кристалл, там должна была быть еще одна платформа, но ее там не было. Видимо, она невидима, типа того. Так, тихо. Я сосредоточен. Я сосредоточен на максимум. Тихо, спокойно. Блин, я мог-то тут допрыгнуть. Ну ладно, ничего страшного. Чудеса комнаты сокровищ были удивительны. Найдя шестой камень, Фрики стал чувствовать, что, возможно, время Мизрабель подходит к концу. Это было слишком легко взять этот камень. Это вот серьезно, это чересчур легко было этот камень взять. Казалось бы, в этом камень должен был быть какой-то подлог, но нет. Сколько огромный этот замок! Как замок иллюзий, вау. Так, ладно, плаваем. Спокойно. Давай поплаваем, а чё бы нет. Тем более до Мизрабеля осталось всего ничего пройти-то. Главное, чтобы игра мне дала такую возможность нормально пройти. А не как в прошлый раз, когда мне пришлось застрять сразу на трех уровнях. Только потому что там боссы были ни о чем. Ёперный театр, а тут как взять? Не будем рисковать. Лучше поплывем дальше. Вот я и говорю, лучше не рисковать. Если встречаются на уровне такие вот рыбы, лучше не рисковать. Да блин, а как? Она получается впереди рыбы встать надо. Так это надо впереди рыбы встать надо, чтобы вот так пройти. Господи, неужели это место никогда не закончится? Не останавливается. Ну там есть одно место, где можно взять дополнительную жизнь, но это очень сложно ее взять будет. Прям неэпично сложно будет ее взять. Здесь меня рыбы кусают, я что сделаю, блин? У меня всего одна жизнь осталась, самое интересное. Не, я туда не пойду. Вот здесь надо как-то перехитрить рыбу. Я даже знаю как, смотри. Давай. Вниз! Твою мать! Сраная рыба, блин! Я говорю, чем дальше проходишь игру, тем она становится сложнее. От того, что некоторые враги находятся совершенно там, где их ты видеть совершенно не хочешь. Как, так же и в плане алмазов. Алмазы находятся там, где ты их, где вообще я не должен их находить, в принципе. Блин, я же мог этих... Я мог этих рыб убить, блин, с помощью свечек. У меня же есть 6 свечек, блин. Я их мог убить, этих рыб. А вместо этого, ну, сами видите. Твою мать. Ох, ёб твою мать. Ох, ёб твою мать. Микки, держись низа. Серьезно, держись низа. Ох, ёб твою мать. Вот так. Капец. Но
наконец-то суша! Мизабель перешла все границы, подумал Микки, оказавшись в кровешно-черном коридоре. Ёб твою мать, эй, типа... Куда поднялся свет? Ага. Понял. Я просто сосредоточен сейчас, ребят. В смысле? Он же не коснулся меня! Да ладно! Ладно, окей, это считается за касанием. Подумал Микки, оказавшись в кровешно-черном коридоре. Да ёперный театр. Надо просто выждать тайминг подходящий. Потихоньку идти, не торопиться. Вот так, все отлично. Только не это! Чё там? О, Индиана Джонс опять. Ну давай, ладно, чё бы нет. Блин! Естественно. Ну откуда я знал, что там нужно было схватиться вовремя? Так, ладно. Ай, да ладно! Пипец. Господи, неужели это место никогда не закончится? Очевидно. Все потому, что здесь испытания настолько, блин, сложные, пипец. Сначала рыбу вот эти вот, которые, оказывается, можно было их просто убить. Что, собственно, наверное, я сейчас и сделаю в одном испытании. Я этих рыбок просто возьму и убью нафиг. Вот здесь вот. Давайте так и сделаем. Сейчас, секунду. А, нельзя метать под водой. Господи, я и забыл. Под водой метать нельзя. Отлично. Хорошо, блин. Тихо. Так, здесь нужно держаться низа. Держимся низа. Сука. Рыба, 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 рыба. Идет ко мне рыба. Тварь такая. Красотная. Уйди отсюда. Уйди, рыбка. Уйди, рыбка. Уйди, рыбка. Уйди, рыбка, отсюда уйди. Все, спасибо. Мизабель перешла все границы, подумал Микки, оказавшись в кровешно-черном коридоре. Эй, куда поднялся свет? Вот, отлично, все. Просто в такт. Так стука не рыцари. Все делаю. Хорош. Отлично. Каждой косточкой тела Микки чувствовал, что призрачный дух был намного опаснее, чем выглядел. Блин, ладно, забыли про статую, забыли, все. Статуи как будто там нет. Вынырнув из подземелья, Микки помчался к часовой башне. Так как он работал уборщиком часов, он знал, что движущиеся детали опасны. Уборщиком? Он должен быть очень осторожен. Я знаю, кем он был другим уборщиком в этом. В ученике чародея он был уборщиком. Фантазиями. Там я могу согласиться, что он был уборщиком, а здесь... Не знаю. Я бы так не голосил насчет этого заявления, что он был уборщиком. Особенно часов. Так. Хорош! Надо здесь одни алмазы, ну да ладно. Пипец, я хочу схватиться просто за эту тарзанку. Спасибо. Отлично. Так. Ага.
Ладно, окей, дела. Хорош. Я успел. Ага. Так. Погоди. Ебой. Хорош. Так. Блин, успел. Успел. Так. Так, секретка какая-то. Или нет? Да, а зачем я его убил? Интересно узнать. Ладно. Неважно. Поехали. Так, а здесь нужно успеть запрыгнуть и отпрыгнуть. Ну, естественно, конечно, блин, я сюда не запрыгну. Хотя... Вот так. Отлично. Тихо. И куда? А все, пипец. А нет, перец чили. Дональда, главное. Я видел, конечно, там одно, ну не достижение, а испытание насчет того, чтобы собрать какой-то там костюм. Надо собирать перцы чили. Ну что, прям тут, нифига. Так, давай, сейчас подождем. Пока приедет платформа. Отлично, отлично. Блин, успел, хорош. Ага, хрен тебе. Так. Все, выход. Что-то жесткие уровни пошли, хоть убей, там босс. На вершине часовой башни Микки подумал, что опасность быть расплющенным наконец миновала. К сожалению, он ошибался. Часовщик Оаф был последним повелителем иллюзий. Ну неужели? И чё, и как его завалить? Ну, держи, не повторяй. Движение повторяю. Чё, и чё, и как мне его убить? А, так подожди, я, кажется, понял. Надо, короче, сейчас, смотри. Я понял. Надо, короче, сейчас, чтоб он ударил по кнопке. Смотри. Хорош, успел. Ладно, ладно, понял. Или нет? Не понял. Он должен по кнопке ударить. Не понял. Или надо, ну, может, присесть надо? Да, надо было присесть. Все, понял. Ладно, окей, надо было присесть. А почему не сработало? А вот. Все, окей. Надо, чтобы он... Ага, все, хорош! Блин, не успел. Давай еще раз. Отлично. Все, стоим. Блин, не туда. Есть. Так, дальше. В смысле? Ударяй. Так, сейчас он должен вот сюда пойти. Блин, где колокола? Он не туда летит. Он летит не туда. Да блин, ты летишь не туда. Отлично. Так, секунду. Так, давай. Хорош. Так, вот сейчас надо как-то заставить его сюда прийти. Блин, почему все колокола находятся не в тех нужных местах, куда мне надо? Давай. Хорошо. Все, последний колокол. Еее.
больно легкий босс оказался. То есть нужно было просто приседать и все, и уклоняться от его круговоротов. Последний фиолетовый камень был у Микки. Следующая остановка — Мини. Ну все получается. Сейчас скоро мы пройдем всю игру за сегодняшнюю серию. Все отлично. Наконец-то Микки получил все радужные камни. Теперь он может перейти радужный мост и спасти дрожайшую Мини. Ну-ну. А прикиньте, если бы я... Чего? А, это сахар. Я думал, это губка Боб такой. Ладно, окей. Хорошо, хорошо, ладно, пошли. Так, а что еще было-то? Так, 5 игральных карт. Спасти Мини для открытия костюма рыцаря. Ладно, окей. Ведь нам все не очень-то нужно, поэтому идем дальше. Так, а куда? Не понял. А где радужный? А где я видел-то радужный? А, радужный мост, наверное, находится еще выше. Да ведь? Ну-ка. Это подъем вниз. А башня где? Подожди, а где подъем-то? Я там прям четко был. Как будто бы он не здесь находится. Где он? Вот он. Все, нашел, отлично. Так. Ну и все, ставь все радужные камни, поехали. Микки помчался на возвышение замка. Им овладел жуткий холод, когда он узрел высокую башню. Он знал, что это сердце силы Мизрабель. Это не просто радужный камень, это изумруды хаоса. Какие-то, честно вам скажу. Серьезно, мы как будто не радужные камни, а изумруды хаоса собирали, реально. И в итоге получилось вот то, что вы сами видите. Флаг ЛГБТ, епт. Ладно, поехали. Не очень смешная шутка, но тем не менее. Башня Мизрабель. Ой-ой-ой. Опять в трех актах. Старая ведьма ни за что не навредит моей Мини. Небось, опять в трех актах. И вот здесь, ребят, начинается самое сложное. Потому что этого босса я пытался победить довольно долго. Зачастую я реально не понимал, как это делается. Точнее, наоборот, я понимал, но... Само собой разумеющееся... У меня было, что, типа... Не мог я ее нормально взывать, все. Может быть, сегодня... Произойдет такой небольшой час расплаты, когда я смогу сделать то, что я намеревался сделать еще когда-то давным-давно. Отлично. Второму кругу пошли, как будто бы... Нет? Блин, там паук был, я не заметил его. Он появился слишком поздно. В ту сторону. Отлично. Блин! Могла бы появиться эта тарзанка еще более поздно. Сейчас начнется вот нервотрепка Мизрабель. Вот если ты заранее знаешь, что там находится тарзанка, а так пока не знаешь, где, что там находится тарзанка, ты не поймешь никогда в жизни. А, вот финал, отлично. Опоздал ли Микки, чтобы спасти возлюбленную Мини? Или надежда еще осталась? Осталась, но... Микки, мне страшно. Сами знаете, Микки чего стоит эта надежда. Так жаль, что мне придется проклясть ее, но мое принадлежит ей. Ты думал, что ровня мне? Ты в своем уме? Призраки восстали из могил. Услышьте мой зов и мою молитву. Припомните, самое интересное, что потом тот пол начнет разрушаться постепенно. И будет все только сложнее. Это может быть сейчас легко, но дальше... Ты до сих пор не понимаешь, что такое мой замок иллюзий? Это мышеловка!
Идите сюда, мои дьявольские как души. Сейчас. Кружите, как чайки вокруг. Развернитесь, повернитесь. Дайте волю своим фантомам. В атаку! Вот когда она кричит в атаку, вот особенно надо прыгать. Жалкая мышь, ты смеешь бросить вот вызов мне? Мне? Летите быстрее, быстрее. Ройте глубже и глубже. Сделайте только хуже. Летите сюда, летите обратно. Потуги мыши безрезультатны. Лети! Вот то, о чем я говорил. И самое интересное, что каждый раз, когда я проникаю, все начинается с этой катсцены. Или надежда еще осталась? А чтобы еще больше дать мне нервотрепки, эту катсцену нельзя пропустить. Не такая красивая. Как жаль, что мне придется проклясть ее. Но мое принадлежит ей. Серьезно, эту катсцену нельзя пропустить. Вообще. Это хреново. Ты думал, что ровня мне? Ты в своем уме? Проще, знаете, это сделать все в магии монтажа, хоть убей. Призраки восстали из могил. Услышьте мой зов и мои молитвы. Припомните ему, кто я есть. Сокрушите его дух. В атаку! Еще и главное, забываю, вот здесь прыгну. Сам прыгну. Ты до сих пор не понимаешь, что такое мой замок иллюзий? Это мышеловка. Давай, идите сюда, мои дьявольские дружки. Кружите, как чайки вокруг. Развернитесь, повернитесь. Дайте волю своим фантомам. В атаку! Опять забываю. Все время вот здесь забываю прыгать. Либо я успеваю прыгать, либо я не успеваю. Вызов мне? Мне? Летите быстрее, быстрее. Ройте глубже и глубже. Сделайте только хуже. Летите сюда, летите обратно. Потуги мыши безрезультатны. Диснеевская версия надоела. Я вообще не понимаю, когда надо прыгать в этот момент. Я либо прыгаю слишком рано, либо я прыгаю слишком поздно. Или надежда еще осталась? Реально зачастую я правда не понимаю, куда мне прыгать. Мини такая красивая. А ты как будто. А как будто мне не страшно. В этом босса нет чекпоинта вообще нет. Думал, что ровня мне. Я, наверное, скоро. Ты в своем уме? Ну что-то невозможно проходить. Призраки восстали из могил. Услышьте мой зов и мои молитвы. Припомните ему, кто я есть. Сокрушите его дух. В атаку! Я орел, не понимаю, куда прыгать. Я зачастую прыгаю совершенно случайно. Ты до сих пор не понимаешь, что такое мой замок иллюзий? Это мышеловка. Идите сюда. А ведь дальше следующие ее атаки еще. Кружите, как чайки вокруг. Одна атака, в которой она занимается самонаборкой. Дайте волю своим фантомам. В атаку! Вот, я и говорю, либо я слишком рано прыгаю, либо я прыгаю слишком поздно. Жалкая мышь, ты смеешь бросить вызов мне? Я зачастую не понимаю, куда мне прыгать. Летите быстрее, быстрее. Ройте глубже и глубже. Сделайте только хуже. Летите сюда, летите обратно. Потуги мыши безрезультатны. Лети! Ладно, вот здесь я хоть успел. Так, а вот дальше сейчас будет еще хуже. Насколько ты глуп, Микки? Я не могу проиграть. О, темный дух, о, силы ночи, сразите негодного вы своей мощью. Чем я пошел любовь его жизни убежать. Не будет красиво. Красота ее мне, я так говорила. Шепчу вам, о духе, жальте в самое сердце. Слепите глаза черную силой. Пляски сойдитесь над его могилой. Никакой пощады! Блин, успел. Не успел.
о темный дух. Вот это, кстати, еще одна. Вот это, кстати, еще одна проблема. И вот это вот данной битвы с боссом. То, что я зачастую падаю вот в такие, блин, казалось бы, простецкие пропасти. Потому что прыжок в игре, он очень странный. И прикол в том, что нет в игре двойного прыжка еще. Я говорю, это одна из самых сложных битв в истории видеоигр. Финальных, я имею в виду. Один из самых сложных финальных боссов. Собственно, поэтому я эту игру до конца в свои года не пошел. Ты думал, что ровня мне? Ты в своем уме? Потому что я ненавижу, блин, эту битву с боссом. Призраки восстали из могил. Услышьте мой зов и мою молитву. Припомните ему, кто я есть. Сокрушите его дух. Мы будем пытаться чуть-чуть. В атаку! Зачастую здесь, потому что камера, она поворачивается так, что непонятно, куда приземляется Микки Маус в итоге. А еще есть почему-то меня лишили сразу двух жизней. Кружите, как чайки вокруг. Развернитесь, повернитесь. Спасибо. Дайте волю своим фантомам. В атаку! Здесь я должен. Жалкая мышь, ты смеешь бросить вызов мне? Мне? Давай. Летите быстрее, быстрее. Ройте глубже, блин, глубже. Блин, слишком рано. Сделайте только хуже. Летите сюда, летите обратно. Потуги мыши безрезультатны. Лети! Насколько ты глуп, Микки? Я не могу проиграть. Вот дальше сейчас будет немного легче. Сказал я и в итоге проиграл, я понял. Ну, короче, понятно, это маги монтажа, больше никак. Понятно, короче, все понятно. Схватить его! О, нет, это мои владения. Идите сюда, мои дьявольские дружки. Кружите, как чайки вокруг. Развернитесь, повернитесь. Дайте волю своим фантомам. Фантомы и призраки в союзе едином собраны вместе в замке мечтаний. И гибнет любовь его в бездне страданий. Надежды на счастье развеются дымом. Тихо. Он не должен победить! Аллилуйя, неужели? Боже правый. Израбель потрясена. Но насколько? Внезапно Микки осенила идея. Если он бросит радужный камень в ведьму, это может быть его единственный возможный шанс. Получай! Время словно замерло на момент, прежде чем камень исчез во взрыве каскада света радуги, заполняющего все щели башни. Нет! Башни Мизрабель. Я просто хотела быть самой прекрасной! Это как бы... Настал черед жестокой ведьмы оказаться в ловушке без сил, охваченной распространяющимся светом. Ужасное заклинание было разрушено, Мини была наконец свободна, а Мизрабель увяла и сморщилась до своей истинной формы. Что-то она, наоборот, Мини стала охватила руками Микки, а он, обняв ее, поклялся, никогда больше ее не отпускать. Замок рушился, но Микки не видел пути наружу. Что это было? Мизрабель помогала им сбежать. У Микки не было времени подумать, где очередной ли это трюк. Та была страшная, но глупливая. Микки и Мини держались за Микку и улетали вдаль. Это другая Мизрабель. Мизрабель была достаточно мудра, чтобы понять причину и факт своего поражения. Она поняла, что существует более мощная магия, чем используемая ей.
Микки и Минни тоже ее знали, и даже после того, как она разделила их, они поделились с ней своим секретом. Теперь сердце Мизрабель было заполнено другим типом магии. Магией любви. Это другая Мизрабель, абсолютно. Она сильно отличается от того, что мы видели в начале и вот в игре в самой. Это совершенно не та Мизрабель. На чем мы остановились? Ах да, конец. Ну да, конец. Ну, в общем, ребят, вот такая вот у нас получилась ностальгия. Блин, я вот серьезно, я вообще в шоке от того, что я смог пройти финал. Спасибо. Это можно было и без аплодисментов. Сейчас, секунду. Да, все еще аплодирует. Ну ладно, окей, пускай пока аплодирует, пока я скажу. Ну, игра получилась коротенькой, прикольной, но вы сами можете видеть, что чем дальше, тем игра становится в разы сложнее. А можно тебе пропустить? Нет, нельзя. Ладно, подождем, пока она аплодируется все да вся. Хотя, в принципе, сейчас же могут это, титры идти довольно долго, поэтому вот. Повторюсь, игра прикольная, игра веселая, ремастер хороший, потому что я напомню, это ремастер старенькой игры от Sega. Но чем дальше, тем она становится в разы сложнее. И господи боже, я впервые за столько лет смог пройти босса Мизрабель. И собственно, почему я в конце вот так вот решил помолчать? Потому что я был сосредоточен. Мне нужно было сосредоточиться, и мое сосредоточение было в мою сторону. И вот сами все вот видите. Я так понимаю, эти субтитры, опять хочу сказать, титры эти долго будут идти. Поэтому я, наверное, закончу раньше титр, потому что я более чем уверен, что в игре нету сцены после титров, да и смысл какой. Хотя вообще-то существует на самом деле сиквел этой игры, который называется World of Illusion с Дональдом Даком. Но выйдет ли ремастер, на самом деле не знаю. В общем, вот такая вот игра. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте, нажимайте колокольчик, это знаменательное событие. Вот уже краски закончатся аплодисменты. Ссылка на мой канал в описании. Всем удачи, всем пока. Ждите моих новых прохождений по новым играм, ждите прохождения по киберпанку. И всех с наступившим 2021 годом. Чао, какао.